Добрый день, друзья! Сегодня у нас в обзоре просто потрясающая вещь от именитого китайского бренда Xiaomi. Это машинка для стрижки катышек на одежде, или как их там называют, вот эту всю ворсу, которая скручивается и превращается в такие маленькие круглые шарики. В комплект поставки входит сама машинка, инструкция на китайском языке, но с рисунками, и благодаря этому можно разобраться. Кабель для зарядного устройства, без зарядного устройства и щетка для чистки машин. Сама машинка выглядит стильно и сделана из качественного материала. Нигде не люфтит, не шатается и не скрипит. Все части подогнаны идеально, поэтому к сборке претензий нет. Китайцы на высоте. Поверхность, на которой расположен индикатор и кнопка включения, глянцевая, но ничего страшного, на ней не остается никаких отпечатков и прочей ерунды. Благодаря своей форме машинка хорошо лежит в руке. Сбоку на торце машинки расположен разъем для зарядного устройства. Машинка легко разбирается и собирается. Присутствует защита от непреднамеренного включения. Это однозначно плюс. Если вы снимете контейнер или крышку, чтобы заменить ножи, не бойтесь. В таком состоянии машинка не включится. Я проверял. Все делается легко и быстро. Xiaomi еще раз порадовал качественным продуктом. Конструкция машинки такова. Есть вращающие сменные ножи, которые срезают катышки и пух. А под ножами есть пластмассовые лопасти. Они вращаются вместе с ножами, и таким образом состриженные катышки и пух выдуваются в контейнер. Контейнер съемный, с маленькими отверстиями. Отверстия сделаны для выхода потока воздуха, чтобы состриженный пух не летал по контейнеру и не возвращался снова в камеру с ножами. Через эти маленькие отверстия воздух выходит наружу, а пух и катышки остаются в контейнере. И дополнительные отверстия облегчают чистку контейнера после стрижки. Характеристики машинки следующие. Размеры ее 145 на 62 и на 65 мм, так заявляет производитель. Вес у нее 213 грамм. Питание 3,7 вольта, аккумулятор встроенный литий-ионный. Рассчитан на 90 минут длительной работы. Опять же, так заявляет производитель. И 2 часа быстрой зарядки. Заряжается зарядным на 5 вольт и 1 ампер. То есть обычная зарядная для телефона с Android. Есть возможность заказать сменные ножи вместе с машинкой. Перейдем к испытаниям. Возьмем старые потрепанные штаны и проверим, как справляется машинка со своими прямыми обязанностями. Это просто супер, не нужно давить, просто вводите ее из стороны в сторону. Для более хорошего результата нужно потратить чуточку больше времени. Вы видите сами, насколько стало меньше катышей и сколько времени я затратил. Времени я затратил совсем немного. Подведем итог. Машинка справляется с поставленной задачей, это раз. И при этом легка в обслуживании, это два. Что еще нужно? Я не знаю. Я в восторге, советую всем. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить интересные обзоры. Всего хорошего, друзья!